Так, вот у нас согласующий элемент, конденсатор, катушка 1427. Это я сделал, чтобы крутить ее. Вот она раскрутится. Вот так будет настраиваться. Ну и катушка 3 микрогенри. Значит, здесь я немножко перепутал. Это на радиостанцию идет, это на антенну. Вот такой вот согласующий элемент. Ну, в общем, как и ожидаемо, шума понятно, что от штыря больше. Но бывает так часто, что если со стороны там идет с севера или с юга, там где рамка боками уже не принимает, выигрывает штырь. Либо когда, допустим, сигнал падает на рамке и переключаешь на штырь, он больше становится. Ну, как-то так. Все поклацают сейчас. Рамка, штырь. Шума больше, конечно. Рамка, штырь. Штырь, рамка, штырь, рамка, так. А, ну вот итальянец, да, он у нас на юге получается, и рамка его не принимала. То есть получается штырь, соответственно, принимал его нормально. Схема, сейчас покажу схему. Значит, вот схема. Ссылку я дам на сайт, где я брал и копировал эту антенну. Вот такие размеры у меня получились. 6,35 штырь. Противовесы 3 штуки, по 3 штуки на каждый бенд. На каждый диапазон по 2,65, это 27. И 5 метров 21 сантиметр. Это получается на 14. 3 микрогенри я рассчитывал в мане, в программе. То есть берете, рассчитываете и любой провод используете. Конденсатор с воздушным диэлектриком использовался номиналом, по-моему, 7. А, ну там у меня же видео будет видеть. Да? Вот. Ну и кабель 75-умный. Вот такая вот антенна. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки. И всего доброго, всем три. Так, ребятки, вот добил я эту антенну. Вот стакан. Катушка, конденсатор. Вот. Не получилось она у меня двухдиапазонная никак. Выстрел только на 14 МГц, ну и бог с ним. На 27 она не строится. Сейчас покажу, какое КСВ. Проведу несколько связей, покажу, как что. Так, вот у нас частота 14179, КСВ-метр. КСВ-метр. Сейчас я поддам освещение. Прямая. Ага. Так. КСВ. Ну вот мы видим, да, что КСВ. Ну, для этой антенны отличный. Так, вот я пройдусь по диапазону. Поднимается у нас уже на 326. Вот выше поднимается. Ну и минимальный диапазон 166. Как раз вот то, что надо. Сейчас попробую провести этот КСО. Показать. Knighted Romeo 3, Queen Queen Charlie. United Romeo 3, Queen Queen Charlie.
again, Quebec. Yes, United Romeo 3, Queen, Queen Charlie, QSL. United Romeo 3, Queen, Queen Charlie, 5-9, over. Yes, thank you. My antenna 1-4 lamp and 4-0 watts. Your signal 5-9 plus, QSL. Hey, also 5-9 plus, a beautiful signal. Thank you very much, and 73, good afternoon. Okay, 73, bye-bye. Bye-bye, this is 9-Alpha-9, America. 9-Alpha-9, America. United Romeo 3, Queen Queen Charlie, QSL. Uniform Romeo 3, Quebec, Quebec Charlie. United Romeo 3, Queen Queen Charlie. United Alpha? United Romeo 3, Quebec, Quebec Charlie. Quebec, Quebec Alpha? Quebec, Quebec Charlie, Charlie, QSL. Roger, United Alpha 3, Quebec, Quebec Charlie, nice to meet you, 15 Alpha 9. United Romeo 3, my call, United Romeo 3, Quebec, Quebec Charlie, copy. Roger, Roger, 59-59, 59-59. Спасибо, до свидания, пока-пока. Окей, пока-пока. Так, это был араб. Ну, 14 МГц это такой, ВЧ диапазоны. Станция то выплывает, то заплывает обратно. Сейчас попробую показать по сравнению с треугольником. Он же тоже работает на 14, но не очень хорошо. Хотя по-разному бывает. Так, вот показываю. Сейчас вот у меня вертикал, но получается ромб-то боком стоит корабль. Вот это вот. Так, вертикал, ромб. Вертикал. Ромб. Вертикал. Сейчас попробуем начать другое настроиться. Вот тут лучше, здесь вот ромб. Вот вертикал. Вот ромб. Вот вертикал. Вот ромб. Ну, то есть можно сказать, что вертикал так понятно, что работает неплохо, но если ромб смотрит как раз у меня запад-восток, то иногда вертикал проигрывает. Ромб, напомню, у меня 40-метровый на 40 метров. Ну, в общем, антенна работает на 27, не работает абсолютно, то есть там КСВ за 3, ну и ничего страшного. В общем, можно сказать, доволен процентов на 60. Ну, по крайней мере, уже есть чисто диапазонная антенна, вертикальная на 20 метров. Ну, такая вот история с этой антенной. Всем спасибо, кто смотрел, кому понравилось, не понравилось, и всего доброго, до свидания.